ли мы, харьковчане, что когда-то нам будут говорить, что то стихотворение, которое было написано еще в начале 90-х годов. К сожалению, видим, что сами погрязли в коррупции, и даже депутаты. Уважаемые товарищи, дорогие друзья. За два года пребывания этого правительства у власти мы видим резкое ухудшение уровня жизни населения, полный грабеж, разбалансированное управление государством. То есть те, кто пришли на волне так званой революции, а фактически переворота, сегодня показали полную свою несостоятельность. Ну и кроме всего прочего, сегодня 17 марта, это 25 лет референдума 91 года за сохранение СССР. То есть мы сегодня хотели подчеркнуть, что за эти 25 лет, в противовес 25 годам существования советской власти, эта власть довела Украину до состояния, ну до нищенского состояния, попрошайки, ну и как определили международные организации, это... Украина вошла в пятерку самых несчастных экономик. Вот такое определение. Поэтому мы хотели сегодня напомнить об ответственности, о невыполнении своих обязательств и обещаний, которые делали не только это правительство, но и предыдущие все. Они все вместе довели Украину до этого состояния. Ну и главное требование уйти в отставку и правительству, и парламенту. Они показали, что они не смогут управлять таким государством, как Украина, и только принесут еще массу бед народу Украины. К сожалению, мы сегодня видим, что разрушается история, стирается история. Также видим плакат здесь про землю. Действительно, то, что последнее у нас осталось, это наша земля. Земля – это собственность народа.